Фабричная площадь. Следующая остановка – Батакова. Уважаемые пассажиры, на линии работает контроль. Приготовьте проездные документы.
Следующая остановка. Поворот на Ширяевича. Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Следующая остановка – торговый центр.
Следующая остановка. Школа. Следующая остановка – Верховья. Будьте внимательны при переходе улицы. Соблюдайте правила дорожного движения.
лучше.